Короче, вот такого вы точно не ожидали, потому что я лютая качиха, да это невозможно. Оказывается, я еще могу играть не только в Jailbreak, я могу еще и быть самый главный и самый крутой во всем этом симуляторе качка. Но знаете, мы с вами не должны качаться, потому что я качаться, да ладно. Я хочу все сразу, я хочу купить, я хочу вот это, я хочу вот это, я хочу вот это, я хочу это все, купите мне. Как вы видите, я и так уже адская и опасная качиха. Видите эти адские мускулы? Ну просто офигенно. Вот этот человек, Куки-бой. Куки-бой, да мы с тобой две печеньки. Знаешь, что это значит? Мы с тобой должны... То есть, ты мне должен подарить свое царское место, потому что я как бы тоже печенька. Я как бы тоже летсплейщица, так что делись своим троном. Я буду качаться до тех пор, чтобы победить Куки-боя. Мы с тобой должны быть одной командой. Мы с тобой две печеньки. Мы с тобой офигенные вообще. Я тоже хочу сидеть на троне, на царском троне. И чтобы на нем сидеть, мне нужно стать лютой качихой. Лютой качихой этого симулятора. Поэтому давайте приступать тратить наши робуксы. 1 000 000 000 за 400 робуксов. 400 робуксов просто в помойку. Ну ни хрена себе, лютая качиха в деле. Итак, покупаем за 400 робуксов 1 000 000 000. Приготовьтесь. Давайте быстрей, быстрей. У меня 1 000 000 000, понимаете? Я уже адская, ну все, где мой трон? Пойдете проверять. Нет, оказывается, нужно больше 1 000 000000. После 1 000 000000 идет это ГА. А сколько стоит ГА? А, оно вообще не стоит. Знаете, даже если я в этом видео не смогу купить себе трон золотой, за робуксы, то я все равно когда-нибудь его куплю. Я его куплю, я тебя куплю, я тебя содвигну с этого места, печенюшка. Давайте еще купим, нужно купить какие-нибудь классные вещички. А что так дорого все? Почему тут нет никаких-нибудь? Пошел вон! Знаете, я сейчас накуплюсь себе, а потом... Я сейчас окуплюсь этими деньгами, а потом куплю себе самые офигенные вещи и буду сражаться с Куки-боем. Я как бы тебя победю, Куки-бой! Мы качаемся под 69 силы. 800... Несправедливо, товарищи! Мы качаемся по 69 силы, а платим за это 88 миллионов тысяч! Ни хрена себе, вы охренели? Разорить меня хотят! Ну ладно, давайте сейчас еще прикупим. Покупаю. А, не покупаю. Не хватает денег. Покупаем 355 миллионов за 200 робуксов. Да, о, хватило. Осталось 49 робуксов. Как раз на это? Это очень больно. Почему? Почему такое дорогое и такое маленькое качание? 5 миллионов. 5 миллионов. Вы понимаете то, что это значит? То, что я уже совсем близко до трона. Да это же охрененно! Чтобы вы понимали, то я задротка, которая играет даже ночью. И даже в школу не ходит из-за этого. Так что, если я буду играть ночью, целыми ночами, целыми днями, то я смогу сесть на этот великолепный трончик. Я на тебя сяду, мои глаза на тебя уже положились, трончик золотой. Так что я тебя получу, ты понял меня? Мои прекрасные ножки будут возвышаться на этом троне, я вам говорю, я вам обещаю это, то что через неделю на этом троне буду сидеть я. Куки-бой, у тебя вызов. I am the one, don't waste your time, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the best, the sun will pop the clock to feed himself and family. My enemies, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tape surrounds the fate, don't have a face, so now you lay open the...